Добрый день, уважаемые друзья! Мого сегодняшнего собеседника оточивает много плиток талигент в тему мифы, надеюсь, развеет он сам. Сегодня у нас в гостях известный бизнесмен и меценат Сергей Михайлов. Сергей же добрый день! Добрый день! Почти уже вечер. Мне очень приятно, что мы у вас в гостях, у вас очень уютно, у вас такие фотографии такие иконы на стенах. Я уже, пока вы ехали, все. Вы известный меценат, известный предприниматель, бизнесмен. С чего начиналась ваша бизнес-деятельность? Ну, я думаю, бизнес-деятельность, может быть, как и у многих, начиналась с кооперативов, с палаток. Там всякие... Начало перестройки. Да, начало перестройки. Все это цветы, всякие там различные изделия привозились. Вот... Работали в интересном таком кооперативе, связанном с искусством, тоже эти шкатулки, все. Ну, как обычно, это был начальный капитал, можно сказать. Интересное время было вообще. Вот только все разрешили, все было запрещено. Советский Союз, и только вот дали вздохнуть. Интересно было? Безусловно, интересно. Интересно. Это было а, сродни какому-то творчеству. Вот у тех, у кого есть жилка коммерция, да? А как мне кажется, у меня такая есть, вот, тем, как бы дали раскрыться. Это тут проявились и контакты, и способность предчувствовать, да, и цены, и все остальное. Тогда многие зарабатывали деньги очень активно. Я помню себя, я помню своих друзей. Деньги сами, казалось бы, шли в руки. Угу. Соблазнов много было, когда появилось много денег. Честно заработанных, но много. Но я вам хочу сказать, что лично у меня так нет. А у каждого человека, скорее всего, большинство, естественно, расслаблялись, там гуляли, сразу там покупали себе машины, да, Ферари там и прочее, прочее. Нет, мы постоянно вкладывали в оборот средства и старались расширить свое производство. Вот так шаг за шагом, потихонечку. Вы помните свои да, ощущения, когда вы увидели у себя первые заработанные, ну, не знаю, миллион рублей советских? Да. Вот что вы себе сказали тогда? Я сказал, так должно быть. Я чувствовал, что это должно быть. Понимаете, у меня есть такое внутреннее ощущение, что будет, да, называется ясновидение. Вот у меня такое немножко присутствует. Поэтому я абсолютно четко знал, что... Я к этому иду, и это будет. Что вы с этими деньгами первым делом сделали? Купили машину себе или квартиру, или что? Ну, знаете, я сейчас, честно говоря, не очень помню, но я близким людям, своим, делал подарки большие, вот, в частности, там, родителям, там, тем, кто был рядом, что-то хотел помочь им. Вот на это очень много уходило. Ну, естественно, для себя любимого тоже что-то, так сказать приобретал я много раз видел как люди не знают многие люди богатые не знают закон чем больше ты отдашь тем больше к тебе придет вы этот закон четко знали всегда да безусловно да ну как и он всегда работает тем более человек, человек верующий да однозначно однозначно это для меня это прям вот как железобетонное правило такое вот это подтверждается на протяжении стольких лет вот чем ты больше отдаешь причем правильно отдаешь, не то, что там как бы отдаешь не туда, куда нужно, а вот отдаешь правильно, и это как те зерна, которые падают на благодатную почву и всходят хорошие ростки. Я помню в конце 80-х, когда появились и кооперативы, и сопутствующие все кооперативам, все говорили... Солнцевская группировка, это было в газетах писали Солнцевские, это самые крутые вообще люди в Советском Союзе. Я бы хотел с вами немножко поговорить о Солнцево. Это правда, что в Солнцево вы жили в одном дворе с будущим премьер-министром России Михаилом Касьяновым? Да, но это был не совсем двор, но он жил от меня вот пару километров. Это он жил, у нас в Солнцево есть такой райончик, Называется станция. Станция, рядом со станцией, значит, ряд домов. И вот в этих домах он жил. Учился в школе, в которой я практически... Вот он учился, а я занимался в этой школе спортом. Вот. Но мы знакомы с ним не были. Потом вы познакомились? Ну, потом шапошно. Шапошно мы... познакомились. Но так близко не, никогда не были знакомы. Солнцевская группировка, вот, о которой писали и говорили, это вымысел, миф или это правда? Такая действительно была? Вы знаете, что подразумевать под словом группировка? Ну, были, конечно, ряд людей, которые э, защищали свой бизнес, там, не давали э, никаким там рейдерам, что вот на будем сегодня, называть да, их так, слову, да. <laughs> рейдерам захватить там и прочее, прочее, да, были такие люди. Но вот чтобы это назвать преступной группировкой, я с этим не согласен. То есть это наоборот созидательная была группировка, да. Мы чужого никогда не трогаем, но свое никогда не отдадим. Вот примерно под таким лозунгом. Ребята, которые собирались вот вместе с вами, они все жили в Солнцево. Это были спортсмены. Да. Это были спортсмены в, в основном, да. Ну и ученые там, но ну, все как у бы. У вас был кодекс какой-то свой кодекс чести, вы его придерживались? Вы знаете, люди то в основном были верующие, поэтому нам своего кодекса не надо было. Не надо было, У думаете, нас есть Библия, у нас есть. Десять заповедей, которые, так сказать, Господь дал Моисею, а Моисей народу. Вот. И мы по них четко старались, так сказать, следовать им. Но уж если были какие-то исключительные случаи, мы немножко как бы, просили разрешения чуть-чуть уйти в сторону. В газетах писали, что Сергей Михайлов по кличке Михайс лидер Солнцевской организованной преступной группировки. Угу. Вам было о себе читать такое приятно или не совсем? С одной стороны, вроде... Ну, знаете, как написали очень много. Конечно, мне было неприятно, когда меня называли преступником. Родители, но... наверное, волновались? Нет, ну, все понимали, просто понимали ситуацию, которая происходила. Была сплошная конкуренция во всем. Вот, естественно, когда мы не уступали, там что-то такое, всегда возникали там какие-то трения, и это все переходило на, так сказать, на газетные полосы. Все это, все это настолько публиковалось в негативе. Ну, а народ верит, и молва идет. Знаете, Всему. Как. Да. Это... Есть такое выражение, <клес> пословица старая такая, добрая слава на печке лежит, а дурная по дорожке бежит. Вот так вот получилось. В начале 90-х в России господствовал просто бандитский беспредел. Очень многих людей убивали вам не было страшно вот лично вам, что такое может произойти и с вами? Были претензии на ваш бизнес со стороны а, бандитов? Ну, естественно, трения всегда были. Трения были со всеми и, так сказать, приходилось выслушивать там от разных людей там разные так сказать, доводы, причем вот, достаточно убедительные, <свят> вот, что якобы им принадлежит вот наше. Но мы, естественно, так сказать, парировали. Это... Что касается страха, вы знаете, нет, страха не было, потому что за моей спиной стояли моя семья, которых очень люблю, мои близкие, которые люблю, а настоящая любовь страха не имеет. Это вот такой, как бы, закон существует, и когда ты знаешь, что не только твоя жизнь, ну что такое, так сказать, просто для нас, для верующих людей это просто переход в другое состояние. И вы в это истину верите? Безусловно, лицо. конечно, конечно. Вот, поэтому у меня и, так сказать, как я понимаю, существует контакт, вот, и поэтому меня э, берегут. Вот. Э, я с вами сижу, разговариваю, а в общем-то не просто было выжить. Очень непросто да. и выживали сильнейшие. Выживали, да, сильнейшие. А, те, кто имеет а, определенное такое внутреннее чутье, чувство, да, вот. Ну вот, наверное, поэтому я сейчас с вами и, а и не с и, Марин, да, да, они там и не там. Мы смотрим фильмы и "Бригада" и "Бандитский Санкт-Петербург" да. и "Олигарх" хорошие фильмы и там показаны в деталях вообще показано что происходило на самом деле к вам предъявляли конкретные претензии вас куда-то вызывали приглашали пытались прессовать давить безусловно все это было конечно все в полном это объеме было, все угрозы это... конкретные что вот угрозы, если не да. так то будет так да да вся вся всякая было всякое. принимали э, так сказать были случаи когда просто так сказать, зашли, заходили домой, обыски всякие, разливали, разбивали, все, нам укладывали там меня, моих друзей, возле дома, там, представляете, там несколько домов высотных, все смотрят, там лежат люди. Так сказать, причем Ки меня, кино меня еще избивали. <с> да, ну как избивали, там кто-то ударил, там, снимает часы, там, у меня был такой эпизод в жизни, когда один скручивает руки, второй, значит, в это время меня бьет а, а, один из сотрудников снимает у меня золотой ролик, я я как говорится не вырубился, я поворачиваю говорю, ну вот часы отдай, и тут старшие видят, ну -ка! а потом посмотрели, это я там поднимаю, Но факт тот, что <coughs> вот всех все эту все эту как бы назовем ватагу, да, ватагу привозят на Петровку и тут же нас чуть не отпускают, понимаете? Я говорю, какие основания? А извиниться ну, хотя бы? Это было так, между прочим. Извинения, как мы вас сегодня же отпускаем, мы же не задерживаем вас. Вот, я говорю, вы понимаете, если вы задержите нас, там 10 центральных газет будут об этом знать, там прочее. Все, вопросов нет. Покушения на вас бывали? Э, таких, чтобы... Э, чтобы ярко выраженных, так нет. Но готовиться, я думаю, что готовились, да. Ну, я как раз сказал, что Господь оберегает, поэтому меня милого. Вы на всякий случай, тьфу -тьфу, когда э, в те годы знали о том, что готовится покушение, о том, что все может произойти, вы какие-то распоряжения отдавали на случай, если с вами что-то случится? Вы готовились к этому? А, ну, то есть христианин должен всегда быть готовым уйти из жизни это всегда это может быть случиться э, в любой момент в любой момент просто э, ну, самые элементарные там я говорил там где средства там для семьи и все знали что там если что-то случится то ну, незаменимых людей нет там станет другой кто-то ну, таких вот особых каких-то вот чтобы я там нет такого не было просто чтобы чтобы жили дальше. Кино, когда наблюдаешь крестных отцов, угу. понимаешь, что это, наверное, очень серьезные люди. Я вот сижу напротив вас, вас в газетах называли крестным отцом русской мафии угу. неоднократно. Да. Вам это льстило или вас это возмущало, когда вы это читали? Вы знаете, есть вот на Руси говорят так, что если человека тысячу раз назвать свиньей, он может закрепать. Вот. Мне как бы приходилось вот жить с этим, лавировать, лавировать, понимаете? Ну, что, что делать, если, так сказать, все СМИ, так сказать, начинают об этом говорить? И на самом деле это с юридической стороны неправильно, потому что ну, что такое крестный отец и что такое мафия для начала? Да? Это приступ, Сонская преступная группировка. Это никто нигде как бы не фиксировал. Юридически это Это считается неправильным. Я сколько говорю, это все абсолютно не действует. Все пишут, значит, лидер преступность. Где она преступная сонская группировка? Покажите мне ее. Нет. Фиксации юридической нет, а значит, ее и нет. А эти домыслы, вымыслы все, так сказать, это все... В середине 90-х весь мир напугали русской мафией. Угу. Во всех зарубежных крупнейших газетах, журналах писали о том, что русские идут. Что это крутые бандиты, и скоро они доберутся до нас, до наших домов и семей. Русская мафия существовала, существует на самом деле, или это тоже вымысел? Знаете, Дмитрий, это вопрос больше к правоохранительным органам. Вот. Э, что я думаю на этот счет, что да, действительно э, в конце 80-х, начало 90-х хлынул поток. Поток очень неглупых людей э, на Запад. Предприимчивых. Вот. И, а, предприимчивых, да. И они начали там потихонечку захватывать рынок. Не с пистолетом и пушкой, а просто здесь было немножко. Угу. Вот. И э, они как бы... И Запад содрогнулся. Вот. Особенно Америка туда тоже пришли, так сказать, русские, начали там всякий бизнес. Вот. И э, учитывая, что э, в Америке до сих пор отношение к России очень такое, периода холодной да. войны, да, то они, естественно, совместно с, со странами Европы заняли такую позицию о том, что вот русские это, так сказать, это беда, это надвигающая опасность. Вот. И было сделано все для того, чтобы якобы вот мифическая мафия русских все захватывает. Это все было. Созданы специальные отделы, которые очень хорошо субсидировались. Вот. И очень подключены СМИ, которые работали тоже на весь мир. Вот. Ну, поэтому было раздуто дело Япончика, было раздуто дело там, Таранцева, угу. там, Михайлова. Вот и прочие прочие дела. Вот э, тактахума. Татах, вот э, на самом деле это все дуто, и если вы посмотрите вот глубину, да, то это все как бы раздуто специально. И обидно, что некоторые вот э, наши отделы внутренних дел, там, да, они способствовали тоже этому. Но, слава богу, это вот сейчас все ушло в прошлое я надеюсь, так потихонечку все-таки сейчас выравнивается это. Но это было вот раздуто на весь мир, что вот русская мафия, 5-10. Но не понимали, что страдают мафия. Там, ну ладно, есть люди, которые где-то там причастны к... Но основная эта масса, там те же журналисты приезжают, их там начинают обыскивать в цивилизованных странах, потому что они русские. Просто они все русские. А все русские как бы уже на слуху, что все они относятся к мафии. Я смотрю, вот книга Олега Якубова Михаила Велимихась. Угу. Я ее прочитал полностью, мне она очень понравилась. Скажите, это правда, что она издана полумиллионным тиражом? Да, я думаю, что да, и может быть даже больше. Может быть, даже больше. Издавались, издавались. Вот Олег Александрович, наверное, сам не, не знает, насколько так сказать. Потому что я... было очень много заказов. Вот. Я ее встречал где только не встречал. Э -э в любой город я приезжал, смотрю на книжной лавке, лежит вот такая книга. Но это было очень приятно. Я себе выписал досье осенью 96 -го года вы были задержаны в Женевском аэропорту швейцарскими спецслужбами, которые в течение двух лет пытались вас осудить. Швейцарцы называли этот процесс процессом века. Это было самое дорогое уголовное дело Европы уходящего столетия. Что хотели доказать швейцарцы и почему суд присяжных? Суд присяжных, я хочу заметить, вас оправдал. Но мы как раз сейчас об этом говорили о том, что вот была создана такая вот мифическая роль для русских. Они все как бы подвергались вот такому названию как мафиози. И вот в бельгийской газете Лесуар, у которой мы, в общем, выиграли за 8, 8 лет, судились, выиграли у них. 8 лет. Да. Они написали, что вот такой-то, такой-то, такой-то Михайлов, та-та-та-та имеет отношение к мафии, там занимается, как всегда, они там рэкет, проституция, торговля оружием, все сразу выкладывается. Ну, так вы серьезный человек, и оружие тоже. А что если оружие то серьезное? Вот, так вот на основании этой статьи швейцарцы меня задерживают и, в общем-то, не имея ничего существенного, они меня держат в тюрьме, а мне в этот момент Значит, прекрасно идет бизнес на Западе, замечательно, на мне западе контракты же. подписывать. У меня еще болен отец был, жутко, у меня раком болел отец, у меня тоже. И у меня, естественно, все это... Я говорю, покажите мне, вы за что меня задержали? Какие основания? Они, а нет, говорят, вот задержали, вот видите... Газетная статья про вас пишет, мы сейчас все проверяем. Мы а вот проверяли, они год, они мне э, не говорили, за что э, они меня держат. Год, они секретили дело. Ну и там э, со всеми этими нюансами. Ну и потом, э, так сказать, озвучили, можно сказать, э, то, что было сплошным враньем. Я не скажу, что это были швейцарцы. Это были швейцарцы и американцы. Наши американцы, ФБР, привезли своих, так сказать, свидетелей. Там три было свидетелей. Один старший офицер ФБР Роберт Левенцов, который в 2007 году погиб в Иране. Он приехал с миссии, его выкрали и убили. Но это как бы уже последующий. Вот, но он привез трех лжесвидетелей, Ух ты. Да, которые э, начали лгать в суде. И с помощью своих адвокатов и фактов я смог это доказать, что это ложь. Это сплошная ложь. И люди, э, которые сидели да, в жюри присяжных, простые люди, они не понимали, как же так. Ну, например, человек говорит, вот я отдал там такой а александр рабинович там. вот я отдал например там 300 тысяч сонской мафии там 5 10 и вот они меня загнали в америку и мне пришлось они меня вынудили а я им говорю александр рабинович, а, а, вы можете предъявить документ куда вы отправите, как вы отдали сонском он мне, он значит выдает э, лист бумаги э, на фламандском языке он отправил, значит, в Бельгию. А на фламандском языке там 300 написано, ну, естественно, целые. А у меня как раз был бельгиец, адвокат. Он берет эту бумагу, никто же не ожидал. Он говорит, извините, а здесь написано, что 300 тысяч не приходили. Вот представляете, вот момент, вот что жюри думает. Приехал официальный свидетель ФБР. Привезли его, так сказать. И он говорит, что вот так и так один из эпизодов. А говорит, а... Он... Так что вы скажете? Он молчит. А я ему говорю. А хотя я вам подскажу, где ваши деньги. Он говорит, скажите. Я ему говорю, вы их переправили в Женеву, а потом вместе с моим следователем, Зекином, сняли их. И он говорит, а что мне было делать? Меня, Кошмар. значит, так окон... Понимаете, вот... Кошмар. Вот такие вот. Откуда я это узнал? Кошмар. Я это узнал, потому что все ложится в дело. Любая документация ложится а в дело. А дело дали почитать? А дело я же читаю. А потом, когда, значит, у меня там произошли, произошла ситуация, моего адвоката арестовали швейцарского, потом, кстати, оправдали Ральфа Зенегера, они все выложили вот эти материалы, а новые материалы засунули, понимаете, в дело. А у меня-то все это на бумаге. Я-то это все переписывал. Вот я как бы одну только сотую вам, ну вот, что творилось на процессе. Хорошо, что швейцарский суд в лице присяжных все-таки неподкупный и имел возможность сказать правду. Безусловно. У нас это было бы невозможно, наверное. Безусловно. Причем, знаете что? Удивительно. Прокурор даже не подал апелляции на приговор. А прокурор был наимерзейший человек. Фамилия его Кроше. А по-французски это крючок. Понимаете? Он меня в течение двух Для лет. Для прокурора хорошая фамилия. Да, да, да. Он меня как только, так сказать, не называл, да, и что он мне только не приписывал. Ну, к примеру, да. он говорит: вот посмотрите на Михайлова, вот с виду респектабельный молодой человек. А вы знаете, что он своему компаньону? Лично выколол ножом глаз и отобрал у нее машину и квартиру. А глаз-то зачем? Ну, вот так. Ну, естественно, все переводят взгляд на меня, это, да, смотрят на это чудовище, как оно да, там, которое, которое лично. Да, лично, лично выколол глаз. Теперь происходит там такое: знаете, э, не, оп не, не суд, как обычно, а по-французски это так звучит «шом дуга за съем». Это палат, обвинительная палата, как бы собирается как каждые три месяца, и решают, выпустить тебя нет. Ну, для меня это было понятно, что они меня даже, даже мысли не могут допустить. Но, тем не менее, это фарс такой вот был. Приглашались там журналисты, каждые три месяца это все. Вот. На эти, так сказать, на это заседание приехал Орлов. Встал и говорит, вот я Орлов, Говорят, что, значит, у меня глаза нету, а ему председательствующий такой был, господин Требле. Говорит: а мы вас не вызывали. Ух ты! Да. А когда был натуральный суд, да, через два года, опять этот человек приехал, тут уже зафиксировал себя. Он говорит: вы меня извините, вот мои, вот документы мои глаза на квартиру, вот документы на машину, которой 10 лет. А, а судья ему, такая -то с юмором, тоже женщина, Она говорит, а говорит: А правда, что вам выкололи глаз? Спрашивает у Орлова. Он говорит, какой? Говорю, как какой? В это время наш прокурор говорит: вы знаете, у мафии сколько денег. Они ему сделали стеклянный глаз. Значит, нужно сделать экспертизу. А судья ему говорит, вы знаете, господин прокурор, у вас было два года, чтобы сделать экспертизу, О. а сейчас мы говорят, просто проверим, господин Орлов, за, закройте левый глаз, он вот так раз закрыл, сколько у меня пальцев? Три, а правый четыре. А так парень, прокурор говорит, господин Краше, ваши доводы неубедительны. Садитесь, господин. Какая фемида, слушайте. Да, да. Вот это судьи. Да. Причем при том, что генеральный прокурор Швейцарии. Швейцарии Карла Дель Понте шесть раз, Ты же шесть известный раз человек, собирала всю так сказать, юриспруденцию в лице судей, адвокатов, понимаете, всех прокуроров, и говорила, господин Михайлов, должен быть осужден, должен быть. А если это не будет, значит, наша фемида работает плохо, понимаете? Вот что происходило. Так это правда, что после процесса, после того, как вас оправдали, вам выплатили швейцарские власти беспрецедентные вообще. 500-тысячные 500 тысяч долларов выплатили беспрецедентные. Как это назвать, даже я не знаю, как это сказать. И после этого внесли еще в законодательство изменения в Швейцарии. Абсолютно верно. Абсолютно правильно. Компенсация, как бы, да? Да. Да. То есть в Швейцарии существует вот такой, такой закон. Значит, человека обвиняют. Неважно в чем, у него сразу замораживаются все счета. Вот у вас заморозили все счета. Вы должны подать апелляцию. А апелляция стоит 3000 франков. Где их взять? А где их взять? У вас заморожены счета. Понимаете? Значит, вы, если вы, конечно, не юрист, вы не знаете, как защищаться, потому что у вас нет денег. Вот у меня не было денег. Они мне заморозили все счета. Хорошо, что мои друзья там посылали деньги, там нанимали адвокатов. А так, так, извините, э, как хотите, так и вы Вот вам предъявляют обвинения. Они меня, э, я помню, значит, э, Первый пункт начинался, 18 пунктов было. Первый пункт, значит, э, виновен там в том-то, в том-то, в том-то, в том-то. Остальные 17 пунктов значит, начинались со слов «учитывая». Учитывая там, ла -ла -ла -ла, учитывая там то-то, то-то, то 17 пунктов. Ты думаешь, елки-палки, ну, вот, может признать все это, легче признать, чем да, оправдаться. Вот. Поэтому очень сложная швейцарская Фемида, и она, конечно, поплатилась за все то, что вот нанесла мне такой урон. Ну, во-первых, Реноме подорвалось у обвинения да, вот этого следователя, который меня так дотошно пытался посадить. А его, значит, уволили. А прокурор, что с ним случилось? Прокурор, он ушел. Крючок. Ушел. Да, крючок. Он тоже ушел. Он, он, правда, было выступление его. Он и там солгал. То есть налогоплательщики швейцарские предъявили ему о том, что Михайлов столько времени сидел, значит, на наши э, деньги. На собирался. наши деньги, значит, и ему еще и выплатили. Почему? А он просто, как всегда, солгал. А что говорит? Ну, хорошо, вот Михайлов там отсидел, на, так сказать, на все, про все 3 миллиона долларов. А, а, а Лазаренко, который вот, которого мы арестовали, он заплатил нам те же 3 миллиона и убежал в Америку. Вот видите, баланс. Э, да, у ты нас ты... есть баланс, а как нам бороться с преступностью? Он говорит, вот, ну такой крючок, короче. Скучки. Крючок, да, вот. Был такой созда, создан был такой коллектив из старших офицеров Швейцарии, назывался он Группа корус Это специально против русских. И вот как бы когда меня арестовали, там ужесточили визовый режим в швейцарию там прочее-прочее, на русских там было давление. Вот, всех уволили, всех. И вот тех, вот этого извините, Роберта Левенсона, угу. который так доблестно привез там свидетелей, там на трех самолетах, по 20 человек секьюрити у, у них были, да, вот, их тоже всех разогнали. Вот, поэтому... Ну, афери они... аферисты просто. Ну, знаете как, это... Больше политика была. Это вот была политика, чтобы очернить Россию. Вот новую Россию. Вот ту Россию, которая поднималась с колен, э, только сейчас освободилась от коммунистического режима. Понимаете, только сейчас они как бы начали. Вот здесь хотели очернить. И э, многие страны, в частности Америка, там западные страны, они подумали, вот наш, так сказать, час, когда О, да. мы можем Россию немножко связать с преступностью, там, коррупцией и прочее, прочее. Вот этот момент как раз был показателем. Я вам задам совсем необычный вопрос. Mm -hmm. Мне приходилось слышать, что вас защищал бывший генеральный прокурор и бывший министр юстиции Соединенных Штатов Америки Рэмси Кларк. Да официально защищал как адвокат? А я вам сейчас расскажу. Значит, дело было таким образом. Да, действительно, мои адвокаты связались с этим господином, которого я очень уважаю. Серьезный господин. Очень серьезный господин. Он был при президенте Картере значит, генеральным прокурором и, та, и также был министром юстиции в Америке. Вот очень порядочный человек, очень порядочный. И вот когда он приехал. И сказал, что я хочу защищать Сергея Михайлова в этом процессе. Ему было отказано. Ух ты. Да. Ему было отказано. Вот этим следователем, который был у меня, он сказал, что вот у нас в Женеве защищают только швейцарские адвокаты. Вот. Ну, во всяком случае, франкоязычные. Потому что у меня был все-таки один бельгийский адвокат. Вот. А так, значит, мы вам не разрешаем. Он говорит, ну, позвольте, как вы нам не разрешаете, это по всему миру такая я практика. Я не с улицы, да? Да. Во-первых, я не с улицы, посмотрите, значит, мои... Он говорит, мы вам все сказали. И он, не словно хлебавший уехал в Америку. и жутко. Но! Но! Он приехал во время процесса как свидетель защиты. И это было тоже грандиозно. Бомба, Когда, конечно. например, Роберт Левенсон обвиняет меня э, там в каких-то э, преступлениях в Америке. Он там нагородил там всякого, э, что значит я встречался с япончиком, значит э, в Майами мы обсуждали там караван пошел один с, с наркотиками, второй караван такое наговорил, ну прям я говорю хотя я вам скажу, что ну когда уже мне дали слово я ему там сразу говорю, ну, назвал там не с гостиниц, где я жил, тоже неправильно, я ему все поправил. Я говорю, я не мог встретиться с господином Иваньком, потому что господин Иваньков в Америке был в конце 92 -го года, а я в начале, мы ну никак не могли пересечься. Просто посмотрите паспортные данные, и вам все станет понятно, что вот эта вся выдумка, да, и все эти свидетели, вот, которые начинают Кошмар. от и до, они работали за грин-карту. Вот. И, естественно, Рэмси Кларк, он выступил очень просто. Он говорит, мне до сих пор, как бывшему значит, генеральному прокурору, дозволено внедряться в криминальные файлы. Я просмотрел все криминальные файлы относящийся к Сергею Михайлову на него ничего нет он абсолютно чист перед Соединенными Штатами Америки понимаете вот все что он сказал а я вам а клину, больше и не надо и он ничего. поклялся да все а там же этот э, Роберт Левенсон он так но ну, вроде бы старший офицер ФБР он такие вещи пишет в своем значит это такой называется показания значит, на бумаге. Он пишет о том, что у меня в России имеется своя разведывательная сеть. То есть у него спрашивают, откуда у вас данные? Своя разведывательная сеть. И агенты моей сети говорят мне, что Михайлов там занимается тем-то, тем-то. Я тогда у Рэмси Кларка спрашиваю. Уважаемый Рэмси Кларк, вот если Скажем, старший офицер российских спецслужб имеет свою сеть в Соединенных Штатах. Что с ним будет, Говорит Сергей Анатольевич? Естественно, его посадят за шпионаж. Конечно. Понимаете? То же самое как бы. Ну, то есть вот такие вещи творились в суде. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях был ведомый российский бизнесмен меценат Сергей Михайлов.